Здравствуйте, уважаемые подписчики, зрители канала «Самогонщик с Урала». Сегодня будем делать настоечку, не знаю, как ее обозвать. Тоже очередная фантазия, плод моего воображения. То ли обозвать ее апельсиновая настойка, то ли изюмная, изумительная. Ну, что получится, при дегустации определимся с названием. А пока начнем. Нам понадобится изюм. Ну, изюм я купил по-честному в фикс-прайсе. Все по 39 рублей. Пакетик 250 грамм. Уже использовал половину, здесь осталось 120 грамм, которые мы засыпем в наш дистиллят. Также палочка корицы пойдет туда. Ванильный сахар. Ну, как-то вот столько. 1/3 чайной ложки ванильного сахара. Также нам понадобится 3 бутончика гвоздики, 5 черного перца. Бросил также порядком 10 зерен кориандра и 3 ядрышка душистого перчика. Все это, я думаю, что стоит лучше растолочь, и все, что можно засыпать в мешочек, я всегда стараюсь использовать пакетики. Ссылочка на пакетики будет под видео, так же, как и на весы, которые я использую. С апельсином поступим следующим образом. Снимаем цедру до белого. Как-то вот так вот. Итак, апельсин мы аж ободрали, цедру. Ну, кто как что использует, я думаю, что его стоит тоже внести туда, как мы сейчас и поступим. Ненужную шкуру обдерем от всего белого, разберем и добавим. Ну, в целом, апельсин почищен. Теперь мы его
выжмем. Так, соковыжималки у меня нет, поэтому воспользуемся погружным блендером. Так, вот это вот еще лишнее поубирать. Итак, в эту смесь добавляем 5 чайных ложечек сахара. Думаю, достаточно будет. Ну или 2 столовых, наверное, одинаково. 5, 3, 4, 5. И все это смешиваем. Ну и эту кашицу нашу апельсиновую вносим всю сюда. Теперь все это дело убираем на 5-6 дней в темное место. Потом фильтруем и дегустируем ежедневно. Думаю, что буду встряхивать это, перемешивать. Посмотрим, что получится. Итак. Настоечка настоялась, я ее процедил, цедил долго, муторно, раза на 4, все равно осадочек выпал. Ну, а сейчас будем пробовать, что получилось. Цвет замечательный, великолепный, красивый, аромат, но аромат отдаленно напоминает винный. Ну, как вино. Крепленое. Ой. Ну и пьется как вино. Но очень-очень крепкое. Сладко, вкусно. Апельсин не чувствуется. Именно винный вкус. Даже закусывать не хочется. Но что я вам могу сказать, друзья? Довольно-таки очень вкусная настоечка получилась к Новому году. Всех с наступающим. Ни хвостов, ни голов. Вкусных напитков. Если понравилось данное видео, ставим пальчик вверх. Подписываемся на канал. А я буду готовить очередную настоечку. Всем спасибо. До свидания.